Скажите, пожалуйста, вы в достаточно юном возрасте исполнили роль 85-летней женщины, ну, по-горькому. Да. Что труднее, юной девочке играть очень там пожилую женщину или уже зрелой женщине исполнить роль, ну вот мы там упоминали, допустим, Джульетту, совсем там, допустим, ребенка сыграть? Ну, что сложнее? Второе сложнее, конечно. Сложнее? Конечно. Разве вот глаза не выдают возраст, когда вот вы играли 85-летний персонаж, там не пробивалась вот девочка в этом образе? Ну, студенческий был спектакль, конечно, понимали, что они не бабушку пригласили откуда-то на какую-нибудь из театра или с улицы, не знаю. Но я понимаю, все-таки это девочка играет. Но фантазия, но какая-то смелость отчаянная, жажда вообще быть не собой, кем угодно, вот кем угодно, предметом, там, животным, мужчиной, только не собой. Вот это меня прям захватывало во время учебы в театральном вузе, и поэтому... Вот эти роли, они были как раз самыми любимыми, где была возможность уйти от себя. А сейчас, ну даже вспоминая «Вербное воскресенье», где я играла два возраста в этом телефильме, и 40 с лишним, и 20, допустим. Мне уже не 20, еще не 40. И как ни странно, возраст, то есть заглянуть в будущее, да, как бы представить, оказалось легче, чем... забыть о том, что ты знаешь. Я понимаю. И тот самый взгляд сделать как бы вот... Ну, а, получилось. Да, кстати, да, здорово. По мне получилось. Ну, это сложнее сделать, на самом деле. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».